Всем привет! AliExpress. Только самый ленивый человек не знает об этом магазине. Специально для тебя, мой дорогой лентяй, я собрал 10 крутейших вещей, найденных на AliExpress. Все ссылочки вы можете найти в описании. Поехали! А у вас есть принтер? Нет, не обычный, а 3D-принтер. Благодаря такому устройству вы сможете напечатать различные фигурки и даже собственную статуэтку, а наблюдать за самим процессом, как из практически ничего с каждой секунды вырисовывается фигурка, это еще интереснее, да и друзья вам обзавидуются. Необычная визитка, которая легким движением руки раскладывается в типичную лампочку или ча и в то же время неплохо светит. Второй вариант – это мини-версия стандартной лампочки, где легким нажатием кнопочки включается свет и можно подсветить что-нибудь в темноте. Это гораздо удобнее, чем подсвечивать мобильником и приманивать к себе гопников. Необычный гаджет – смарт-кольцо, которым можно запрограммировать любую функцию смартфона. Умное кольцо представляет собой прямое хранилище данных, а значит, вы сможете держать цифровую информацию, например, параметры пароля Wi-Fi, адреса электронной почты, контактную информацию, которые могут быть переданы от кольца к другим устройствам лишь прикосновением пальца. Это очень качественный чай, выпускается в прессованных брикетах разной формы, также часто распространяется в декоративных мешочках. Чай Пуэр имеет тонизирующий бодрящий эффект и не вызывает привыкания, к тому же он очень полезен. В Китае его считают лекарством от 7 болезней. В отличие от других, пуэр со временем не портится, а лишь улучшается во вкусе. Поэтому часто можно встретить чаек, которому от 20 до 50 лет. Грех платить за интернет, когда живете в многоэтажке, где есть много соседей, которые используют Wi-Fi. Но обычно проблема состоит в том, что многие владельцы любят ставить пароль на свой Wi-Fi. Для этого нам подойдет это устройство, которое ловит точки Wi-Fi на большом расстоянии, при этом выжимает скорость до 150 мегабайт, как будто сосед свой роутер у вас в квартире поставил. Как очистить катышки с одежды? Вот это универсальное средство поможет вам в домашних условиях. Работает на батарейках и имеет специальный отсек для сбора катышков. Буквально одним нажатием руки машинка позволяет избавиться от них на любой одежде. Отличная и полезная вещь для дома, которая поможет обновить ваш гардероб и, разумеется, продлить жизнь вашей любимой одежде. Это проект симуляции виртуальной реальности, созданный сотрудниками компании Google. Создать виртуальную реальность удается с помощью самодельного шлема из картона, в который вставляется ваш мобильный телефон. Он разделяет картинку на стереопару и даже отслеживает положение головы благодаря магнитам, встроенных в маску. Эта карта мира из букв отлично украсит любой интерьер. Такую наклейку можно использовать для декорирования стен. Она легко наклеивается и снимается даже с обоев. Все наклейки производятся из немецких материалов высшего качества и упакованы в тубус. Мини-динамик, который делает из любой поверхности мощную колонку. Просто приклейте его куда-нибудь, и эта поверхность превратится в настоящую большую аудиоколонку. Реальные чудеса. Он вступит в резонанс с поверхностью и выдаст хороший и качественный звук. А размер настолько мал, что легко помещается в кармане, либо можно повесить на брелок. Прикольные держатели в виде супергероев. Часто бывают ситуации, открываешь ящик, а там целый моток проводов. И чтобы вытащить наушники или зарядку, приходится все это дело распутывать. Так вот, если все это зажать этими штучками, то подобных проблем никогда не возникнет. Ну что ж, на этом все. Ставь лайк, если это видео было для тебя полезным. И не забудь поделиться им с друзьями. Они тоже должны об этом узнать. Пиши комментарии и попадай в новый выпуск. А если ты еще не наш подписчик, то скорее подписывайся и смотри другие классные видео на нашем канале. Это будет лучшая благодарность мне за проделанную работу.